Слушайте, как здорово получилось. Смотрите, напоследок, я уже уезжаю завтра, я еще заказал такое дело, как разобранная трубочка. Это канола сицилиана, чтобы вы понимали. Просто называется оно мальфатто, канола мальфатто. Я там пару лет назад ел такое в Неаполе. Там это называется деструктурированная канола, то есть деструктурированный, разобранный канола. А здесь есть такая фишка на Сицилии, это, знаете, уже из серии новых трендов, да, тебе подают канолу, это вот трубочка, просто разобранная на куски, разбитая, и кремчик, и ты макаешь себе и кушаешь это вот таким вот образом, то есть это трубочка, мальфатто по-итальянски означает плохо сделанная, поэтому каноло мальфатто в данном случае, вот это не пирожное, не торт никакой, не десерт, это вот трубочка, понимаете, просто в таком виде.